Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем, кто собирается есть кушать, приятного аппетита! Давайте это делать вместе. У меня сегодня, показываю поближе, жареные пельмени и салатик. Ну, конечно, не греческий, а а-ля греческий, типа, знаете. Ну, просто все то же самое, как я люблю, просто я туда добавила оливки или маслины, забыла. Маслины, да? Черные, по-моему. В общем, неважно. Пельмени отварила, они маленькие, и обжарила. И здесь у меня сметанка. Пельмени будут со сметанкой. О, они такие малыши. Я когда обжаривала, добавила туда еще перчик. Черный. Как вкусненько. И чуть-чуть паприки. В общем, салат я заправила. Хорошо, вы поняли, да? Маслом, лимонным соком и добавила горчицу. Ребят, тут много-много лука. Я не говорю, что это греческий салат, нет, ни в коем случае. Вот так мне просто захотелось. Я раньше их вообще не ела. Я не понимала. Но вот зеленые я не люблю до сих пор. Но черные мне нравятся. А зеленые нет. Пельмеши. Это мини-пельмешки. Вкусненькие. Как семечки, короче. Забыла блокнотик, представляете? Забыла блокнотик, ну ладно. Потом уже. В следующем видео возьму. Так что сегодня без блокнотика. Может, еще кто-то привет и захочет. По поводу комментариев дня. Они будут. Обязательно будут. Многие хотят комментарии дня, так что будем снимать, будем читать. Может быть, даже сегодня у меня парочка есть. Просто я эти комментарии зачитываю, еще раз повторюсь, не для того, чтобы как-то оправдаться. Не для того, чтобы поругаться. Мне кто-то писал, что я прям разборки устраиваю. Нет, это не разборки. Это тоже такой своеобразный, может быть, троллинг. Даже прикольно, что люди могут написать. Также по поводу того, что я говорила, что не смотрите мои ролики, и вам не будут меня рекомендовать. Девушка мне одна писала, что я вот не смотрю там один канал, но мне его все равно рекомендуют. Ну, имеется в виду, не смотрите тематику мукбанга. Не обязательно мой канал. Если вы смотрите мукбанги, вам будут рекомендовать каналы с мукбангами. Да. Слушайте, как вкусно. Пельмешки жареные. Поджаренные, я бы сказала, да. У меня была идея их, короче, с кабачком
обжарить вместе. Я же везде сейчас кабачки. Сейчас, блин. Везде сейчас кабачки добавляю. Ну, думаю, ладно. Не буду. Это будет слишком. У нас на улице потеплело. Я уже говорила. Ну, когда выйдет этот мукбанг, может быть, уже и похолодает. Я пытаюсь выровнять мукбанги, чтобы они, ну, хотя бы, ну, день в день у меня не получится все равно. Пока лето точно нет. Такие малыши. Вкусно. Давайте. Если я сейчас найду комментарий, да? Так, друзья, я пришла, что-то там, я думала, что-то упало у меня. Это соседи. Своей дверью по моей двери, короче. Долбанули, походу. Выходили когда? Сметанка. Лучок. Давайте. Вот такой комментарий. Эта девушка очень часто писала мне комментарии под моими роликами. Это Дзен. Причем у нее может быть биполярочка. Я не знаю, то хорошие писала, то плохие. Причем она не только у меня так делает. Но не суть. У нее было описание канала, что она счастливая жена, мама деток с хорошей работой и все такое там. Потом это описание исчезло, когда что-то там спор в комментариях шел. Ну, я все комментарии не скринила, вот один. А что, от колбасы-то жопа осталась? Съела, поди, всю каталку и руками, руками побольше швыряй в тарелки. Где там, мне помните, мукбанг, где? А колбасы попка осталась. Я не знаю, что такое каталка. Съела, поди, всю каталку. Что такое каталка? Кто знает, напишите, пожалуйста. Мы в лексиконе вот здесь не используем такого. И вот постоянно человек... Вот разве счастливый человек будет обсирать другого человека? Мне просто интересно. Человек, у которого дети. Который сидит в декрете. Разве человек будет идти и оскорблять другого человека? Я думаю, что нет. Счастливые люди такой ерундой не занимаются просто. Я написала, ой, сколько экспрессии. Как же я вас раздражаю. Ну и посоветовала ей заниматься своей жизнью. Уже много раз причем советовала. Ну, человек вот своей заниматься, видимо, не хочет, а хочет в чужие лезть в жизни. Уже отписалась от тебя 45-летняя Яна, не обманывай тут зрителей. Ну, типа, задеть меня, ну, что, типа, я на 45 лет выгляжу. Да мне вообще пофиг, на сколько лет я выгляжу. Понимаете, главное, что внутри. Запомните это. Ну, и как бы я ей написала, серьезно, себя не обманывайте, сами себя не обманывайте, ну, потому что у меня на Дзене комментарии могут писать только подписчики, соответственно, человек от меня не отписывался. Ну ладно, это единственный такой от нее как бы комментарий, я другие не буду читать. Не хочу. Она только у меня пишет просто, девчонка эта. Девушка, мама, счастливая. Счастливая женщина.
Как вкусно, друзья мои. И еще один комментарий. Я не знаю. Ну, наверное, это девушка. Скорее всего. Ну, судя по нику, так я не знаю. Может быть, и мужчина. Я просто пообещала, что ее комментарий тоже попадет в комментарии дня. Поэтому сейчас зачитаем. Очень вкусно. Там что-то лука много у меня. Этот комментарий был под видео, где были прошлые комментарии дня. Где я борщ ела, что ли. Хейтеры хоть правду пишут. Остальные нагло льстят аж до тошноты. Есть дрянь всякую постоянно. Жалуются на хейтеров. Не будет их, тебе и поговорить-то не о чем больше будет. Ну, во-первых, я в этом ролике, под которым вы написали этот комментарий, ела не дрянь. Представляете, борщ на курице, мне кажется, вполне себе не дрянь, и салат овощной. Вы считаете это дрянью? Но я тогда не знаю, что вы кушаете. Напишите, пожалуйста, что у вас для вас не дрянь. Окей, я буду ждать. Я думаю, вы себя узнали. Хейтеры хоть правду пишут. Хейтеры пишут правду про себя. Да? А не про меня. Хотя бы знаки препинания какие-то соблюдать надо. Постоянно жалуются на хейтеров. Я вообще на хейтеров не жалуюсь. Вообще. Я просто читаю комментарии. Не факт же, что их пишут хейтеры. Понимаете? Даже не факт, что их пишут хейтеры. Не будет их, тебе и поговорить-то не о чем больше. Как бы да. Скорее всего, да. Так что пишите побольше. Пишите побольше, хейтеры, пишите побольше. Это продвигает мой канал. Это вот опять из той же истории. Не нравится? Не смотри. Я ответила. Правда про себя. Каждый видит других то, что он есть на самом деле. Ваш комментарий обязательно попадет в мою рубрику. Обещала, выполнила. Ну что мне ответили? Лучше рубрику лгунов и подхалимов. Так будет интереснее, потому что как можно восхвалять покупные хинкали и вечные сосиски. Действительно. Зачем вы смотрите? Ну, хоть раз кто-нибудь ответьте, зачем вы смотрите? Зачем вы тратите свое время на меня? На меня? Я вас, вы меня не любите, я вас раздражаю. Я ем сосиски все время. А вас это бесит. Ну, не смотрите. Непонятно, да? Руками удобнее? Они, короче, такие маленькие. И это, на вилку сложно накалывать. Все, больше сегодня не будет комментариев дня. Я сегодня добрая. Почему вы думаете просто, что, вот как всегда люди пишут, если ты выставила свою жизнь на показ, значит, мы тебе можем писать все, что мы хотим. Да сфига ли? Вот точно так же я могу вам ответить. Вот и все. Ладно, давайте жить дружно, короче говоря, и не ругаться. А я хочу есть сосиски. Я же никого не заставляю, никого не призываю прыщ какой-то вылез, я не пользуюсь тональником летом. Никого не призываю, не зазываю есть со мной сосиски. Я вот ем то, что я ем, то, что мне вкусно. Понимаете, надо получать от еды удовольствие. Кушать то, что вы хотите. Да, может, где-то я соглашусь, что
где-то я неправильную еду ем. Но я же не постоянно ем полуфабрикатный. Ну, не придумывайте. Ну, вот сегодня, да, у меня пельмени магазины. Ну, вот писать под видео, где у меня борщ, что я ем всякую дрянь, ну, согласитесь, да, ведь есть у меня нормальная еда, бывает. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно, всегда буду готовить для вас новые мукбанги. Ваша Яна, приятного просмотра, приятного аппетита.